Ну, нарешті ми бачимо в певній мірі гарні новини з Бахмута. Ми бачимо, що є успіхи, принаймні про такі нам звітують аналітики американські. Як ви вважаєте, чи ситуація під Бахмутом досягнула певного піку і чи змінюється вона загалом? Ситуация под Бахмутом, конечно же, связана с напрямую с туманом войны. Мы точной информацией не располагаем. Стороны по понятным причинам ее для широкой общественности не доводят, скажем так, во всех деталях. Более того, в российских сообщениях та или иная, тот или иной уровень пропаганды при увеличении достижений частенько присутствует. Трудно сказать на самом деле насчет кульминации. Можно констатировать, что ситуация вот, да, без связи даже, ну на самом деле связи этим небольшим успехом украинских вооруженных сил, если он имел место буквально вот в последние дни, без связи даже с этим можно констатировать, что обстановка в городе очень сложная. То есть есть информация о том, что тот уровень нажима и давления, который имел место еще последние недели со стороны вагнеровцев, он ослаб. И некая установилась вот такая вот, такой баланс. Однако этот баланс, даже если он установился, он изначально очень опасен для украинской армии в данном случае по той простой причине, что город находится в полуокружении. И если возобновить наступление, будет возобновлено со значительными усилиями и кое-каким прогрессом, это добавляет очень серьезный риск окружения полного или окружения оперативного для украинской группировки. Я думаю, что украинское командование держит руку на пульсе, что называется, и буквально в постоянном режиме отслеживает угрозы и целесообразность, в том числе военную, дальнейшей обороны города. И я не сомневаюсь, что существует и план «Б» на случай, если ситуация ухудшится, войска будут выведены. Но это здесь все карты на руках украинского командования, в том числе и теоретическая возможность при помощи, теоретическая, потому что пока мы ничего об этом не знаем, при помощи довольно мощных контратак изменить ситуацию в целом к лучшему. Я имею в виду вот эти вот южные и северные клещи, либо их ликвидировать, либо в значительной степени уменьшить их размеры. И тогда, собственно, главная угроза городу, а это именно охват с севера и с юга, будет или нивелирована частично. Но ситуация по-прежнему очень опасная, очень тяжелая и, в общем-то, угрожающая. З приводу того, хто воює під Бахмутом з боку окупантів, були свідчення, що туди задіяли так звані елітні війська ВДВ. До цього раніше говорили, що вагнерівці нібито дуже скоротилися там і більше не можуть чинити якийсь відчутний ефект у боротьбі за Бахмут. Головна мета – утримання міста. Сьогодні яка? Яку функцію вона виконує? Ну, окрім, звичайно, ідеологічної і глобальної, як утримання української території. Я считаю, что этот момент идеологичный, глобальный, он по-прежнему присутствует. И здесь всегда украинское командование и политическое руководство должно находить баланс между военным смыслом и вот смыслом идеологическим, моральным. Что касается военной точки зрения, то он как и был. Я сейчас отставлю в сторону именно символический и моральный аспект. С военной точки зрения это как раньше было, так и сегодня. Сдерживание противника, нанесение им тяжелых потерь, противнику нанесение тяжелых потерь и, соответственно, нарушение его дальнейших планов. И вот здесь сугубо военная целесообразность тоже каждый раз должна анализироваться заново, сохраняется ли она. Например, тот самый, это звучит, конечно, цинично, но баланс потерь это такой очень важный момент. То есть украинская армия несет большие потери, однако на протяжении долгих месяцев она наносила гораздо более значительные, я так понимаю, сейчас наносит гораздо более значительные потери наступающим. Так вот, изменение этого баланса в худшую сторону может быть и является одним из важнейших факторов для того, чтобы решать, надо ли продолжать или нет. Что касается выигрыша времени в целом, а оборона Бахмута, безусловно, дала уже огромный выигрыш времени украинской армии для построения обороны в тылу и подготовки резервов,
то, на мой взгляд, это уже по большому счету себя исчерпало. Речь идет о некоторых, по сути, о точечной, локальной обороне. Все, что нужно и можно было построить сзади, это время уже, я имею в виду, в тылу, должно было быть уже сделано за это время. Что касается подготовки резервов глобально для большого наступления в тех или иных местах, то сама уже оборона Бахмута тоже не должна на данный момент нести такой функции, как именно главная задержка. Поэтому военная целесообразность, а именно стачивание сил противника во время обороны и, с другой стороны, риск попадания в окружение. А при попадании в оперативное или полное в окружение могут и с большой вероятностью резко возрастают потери обороняющейся стороны. Вот этот вот баланс на чаше весов должен все время взвешиваться. Именно он является основным фундаментом вот этой вот военной целесообразности, о которой идет речь. Б'ється російська армія не лише об Бахмут, а й об Авдіївку, Вугледар. Ці міста для Росії – це історія піарна чи все-таки має якийсь військовий сенс? Смотрите, Росія декларативно, по суті, Росія, Путін декларативно назначив, в общем-то, основну ціль на даний етап війни. Ну, є ще, понятно, скриті цілі, інші – це... Как он говорит, освобождение Донецкой области, освобождение Луганской и Донецкой области, продвижение в Бахмуте, Угледаре и, естественно, Авдеевке, вообще вот на всей линии фронта, это шажки, я говорю, потенциальное продвижение. Это некие шажки к осуществлению этой цели. Причем эта цель очень далека. Она предусматривает, среди прочего, например, взятие такой агломерации, как Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск, что по сравнению с Бахмутом выглядит гораздо более амбициозной целью. Бахмутом, который не смогли захватить уже столько времени. Поэтому надо рассматривать, во-первых, ситуацию в целом как часть вот реализации этой программы по захвату Донецкой области. Кроме того, естественно, нужны какие-то успехи немедленно. То есть, когда объявляешь о взятии деревни в несколько десятков жителей, это несерьезно. А вот город, вокруг которого идут бои очень долго, или город, или городок, будь то Бахмут, или даже Авдеевка, которая значительно меньше, но тем не менее, это и пропагандистское достижение. Они считают, что это вдохновляет и собственных военных, и собственное население, наоборот, может ударить по морали украинцев. Это шажок в достижении, возможности достижения вот этой вот глобальной на данный момент. И эта глобальная цель очень смешно выглядит по сравнению с целью первоначальной, когда вся Украина, по сути, была целью захвата. Тем не менее. Ну и, наконец, такой третий момент – это вынудить украинцев расходовать резервы. Упорные оборонительные сражения требуют от Украины значительных усилий. Это и техника, это и боеприпасы, и, конечно же, личный состав, в том числе наиболее подготовленных частей. И они исходят из того, что потери, нанесенные этим частям, а также расход ресурсов украинцами, снижает общий военный потенциал Украины, в том числе относительно готовящегося наступления, ну и вообще в целом. Я думаю, что вот цели можно примерно характеризовать следующим образом. Ну и в любом случае они считают, что лучше владеть инициативой и хоть как-то наступать, чем, например, быть пассивными и, соответственно, наступать и, соответственно, приглашать, что называется, на те или иные наступательные действия украинцев. Є побоювання, що Авдіївка може перетворитись на своєрідний Бахмут-2. Враховуючи рельєф, по-перше, цього регіону і ситуацію там, наскільки високі шанси того і можливості Росії, до речі, теж влаштувати Бахмут-2 в Авдіївці? Наскільки є така ймовірність взагалі? В последнее время ситуация в районе Авдеевки ухудшилась именно потому, что России удалось осуществить вот этот частичный охват, соответственно, возросли риски. Авдеевка, в отличие от Бахмута, с самого начала войны была на передней линии. И это очень мощный укрепрайон, где хорошо, насколько я слышал, и насколько можно судить по результатам, подготовились к обороне. Однако ситуация осложнилась, и во многом дальнейшее развитие зависит от того,
от приоритетности именно Россия. Даже ходили слухи в последние дни, что часть боекомплекта Россия забрала у Пригожина, у вагнеровцев на Бахмутском направлении, перебросила на Авдеевку, чтобы воздействие там на украинцев было, на украинскую армию было более интенсивным. Зависит от приоритетности сторон, то есть насколько будут вводиться последовательно резервы, какие количества, как обороняющаяся украинская сторона, так и наступающая, пока были определенные сдвиги, несмотря на очень тяжелые потери, которые задокументированы визуально, в том числе, а не только по сводкам. Тем не менее, ситуация ухудшилась, остается следить за ее развитием. И очень много, естественно, зависит от замыслов командования обеих сторон. Щодо півдня України, Росія поставила на ньому хрест. Наскільки вона готова до майбутнього контрнаступу Збройних сил? Він не виключено, може відбутися саме на Запорізькому, на Херсонському напрямку. Чи все-таки Росія обрала для себе Бахмут, Донеччину та Луганщину загалом? Еще прошлой осенью, когда украинская армия успешно очень наступала под Балаклеей, Изюмом и Лиманом, а потом и в Херсонщине, и параллельно в Херсонщине, довольно поразительным образом россияне продолжали давить под Бахмутом. Это была, по сути, единственная точка, где они сохраняли инициативу, потому что возможности им позволяли. Это разного рода условия, например, использование пехоты, плохо обученной, но очень специфически мотивированной пехотой наподобие вагнеровцев, позволяло местность, и они это, в общем-то, продолжают до сих пор. Я уверен, что крест на южном направлении они не поставили. Они будут обороняться, и я уверен, что они готовят эту оборону. А вот насколько они успешно ее подготовили, это, конечно же, нельзя знать. Более того, даже те, кто располагает серьезными разведывательными данными, а я не сомневаюсь, что украинские генштабы ими располагают, ну, естественно, союзники украинцев, даже они на все 100% не могут дать ответ, насколько упорной будет оборона и насколько все это пойдет. Это мы исходим из предпосылки, что наступление украинское начнется именно там. Да, это довольно очевидно из неких карт, и все об этом говорят, из общего географии. Однако нельзя исключать, что сюрприз будет иметь место. В принципе, любая наступательная операция может быть максимально успешной, если она начнется там, где ее меньше всего ждут. Так, как это было на Харківщині свого часу. Да, тогда, хотя, конечно, знаете, найти вот полный сюрприз, такое вот совершенно неожиданное место и неожиданное время в нынешних условиях, это почти невозможно. Но я бы даже привел пример не Харьковщины, а Херсонщины. Имело место на правом берегу очень много в свое время, с начала наступательных операций украинской армии, очень много атак. Часть из них имели локальный успех, часть были неудачные, часть были неудачны частично. И вот такая была вот война на истощение с инициативой украинской армии, пока на каком-то этапе возле населенного пункта Дучаны, возле самого Днепра, не была проведена атака, которая привела к очень быстрому коллапсу целой четверти по площади плацдарма российской армии. К чему я веду? Что, казалось бы, на вот всей этой протяжении, на линии фронта, которой, ну, где угодно шли бои, сколько множество атак было, обменов ударами, все равно нашли такую точку уязвимую, удар в которую вывел из равновесия всю оборону и привел к серьезному успеху. Это, собственно, было, по сути, в плане взятие под контроль территории, самая удачная операция в Херсонщине, казалось бы, и в том месте, где, казалось бы, ну какой уже сюрприз можно преподнести. В общем, вот такой вот просто пример, и абсолютно не обязательно, что будут сюрпризы, но списывать со счетов российскую армию на юге, безусловно, нельзя, они готовятся, они слышат. Более того, у них тоже есть свои разведданные, я не сомневаюсь, кто именно готовится, какие силы примерно и где может быть точки приложения ударов. Поэтому очень тяжелые, очень важные события еще впереди и, по всей видимости, ожидать чего-то, что Россия уступит без боя или окажет слабое сопротивление, это было бы крайне неблагоразумно. Днями оперативне командування «Південь» говорило про розпочинання зачистки на лівобережжі Херсонщини, 30-кілометрова зона. А згодом, мабуть, ви теж бачили історію з Новою Каховкою, коли Генштаб звітував про те, що нібито вийшли звідти росіяни. Потім з'ясувалося, що це була ротація. На вашу думку, все-таки помилка чи ІПСО спрямоване проти ворога? Що це могло бути?
Я думаю, что это все-таки, безусловно, украинское командование, и это, кстати, во многих интервью на самом разном уровне видно. Командование, политическое руководство ведет психологическую информационную войну против России. Это информационная война, это часть общей войны. В данном случае, я думаю, что, скорее всего, имела место ошибка, потому что, ну, знаете, призвана вывести, как психологическая война, это в первую очередь некий удар по морали противника, вывести его из равновесия, заставить задавать вопросы. Здесь, я думаю, ничего такого достигнуто не было и быть не могло. Это была какая-то ошибка. Кто-то что-то увидел. Ну, я имею в виду, разведка увидела какие-то передвижения, куда-то сообщили и решили выдать это за... Думаю, что на неком среднем или низовом уровне была допущена ошибка. В любом случае, какого-то эффекта от того, что в России узнали о якобы выводе войск из Новой Каховки, достигнуто не было. И, на мой взгляд, был достигнут некий негативный эффект для украинского сообщества, потому что это уж больно оптимистическая и неожиданная новость, которая, естественно, оказалась неверной, не соответствующей истине. И это было разочарование и, в общем-то, такой вызвало ряд вопросов. Поэтому, на мой взгляд, тем, кто ответственен за подобного рода пресс-релизы, стоит провести домашнюю работу, что называется, и делать подобные заявления или неподобные заявления более, скажем так, подходить более взвешенно и осторожно к подобного рода релизам об оставлении противникам территории. Кстати говоря, обычно украинское командование всегда это... практически всегда именно так себя вело. Я напомню, что во многих случаях, когда территория была уже освобождена, та или иная населенный пункт или территория, причем в боях, и это было известно даже чуть ли не из геолокации каких-то участников на местах, официальных сообщений еще не следовало. В данном случае почему-то решили очень сильно опередить события. На мой взгляд, это була ошибка, і над роботу над ошибками стоїть. Якщо це, звісно, не збіг. От ви говорите, що Генштаб завжди пізніше говорив про звільнення, а тут ще фактично до нього. Можливо, дійсно, це було щось сплановане. Ми всю правду, мабуть, дізнаємось лише після закінчення війни, або якісь речі і не дізнаємось. В будь-якому випадку сподіваємось, що новини з Нової Каховки такі ж самі ми все-таки почуємо і вже якомога скоріше. Ще до однієї теми я додам інформацію, що Міноборони Великої Британії показало, як навчаються українські військові на британських САУ. Понад 1000 військовиків проходить підготовку у кількох регіонах Великої Британії під контролем Королівської школи артилерії. Інструктаж проводять офіцери та солдати Королівського артилерійського полку. Українських захисників вчать експлуатації та обслуговуванню цієї системи. У Міністерстві Британії Великої додали, що на навчання прибули як досвідчені артилеристи, так і люди без досвіду. Я зустрічав думку, згідно з якою деякі військові експерти говорять, мовляв, не стільки танки навіть важливі для контрнаступу, як, до прикладу, ті ж БМП «Бредлі». Ви погоджуєтеся з цією думкою? Я согласен с тем, что танки слишком большое место стали занимать в информационном поле, в общем-то, в какой-то мере по политическим причинам. На самом деле важно все в комплексе. Применение войск, имеющих на своем вооружении те или иные системы наступательного характера, и танки в этом балансе занимают важную нишу. БМП «Брэдли», вообще новейшие БМП западного производства, ну не то что новейшие, я имею в виду современные «Брэдли», в частности, плюс шведы поставили свои машины. Кстати, со шведскими машинами я не очень понимаю, поступили ли они или это еще в процессе, но немецкие уже да. И вот эти вот машины БМП западного типа, несомненно, имеют огромное значение для маневренной войны, как и танки, как и артиллерия. Артиллерия, безусловно, в первую очередь. Но все важно, крайне важно, чтобы все было применено в комплексе и в рамках отработанных практик, отработанного плана. В противном случае даже новейшее оружие, которое применяется не как положено и им не владеют подразделения, у которых оно стоит на вооружении, оно превращается, в общем-то, в неэффективные средства, и можно иногда даже для, можно сказать, гробы для тех, кто в них сидят. Яркий пример из недавнего времени, я всегда люблю его приводить, атака российской армии, атаки под Угледаром через минные поля, под ударами артиллерии украинских противотанковых средств.
Поверьте, если бы они ехали вот так вот на Абрамсах и Брэдли, вряд ли бы ситуация для них стала лучше. К чему я веду? Важно воевать не только числом, но умением, и важно это умение приобрести и реализовать. Но танки не стоит преувеличивать, несмотря на их важность, не стоит преувеличивать их значение, как и других отдельных систем вооружений. Все действует сообща, и в частности Брэдли — это очень важная техника для украинской армии. Я думаю, что в дальнейшем американцы продолжат их поставки, в том числе и на основании выводов, которые будут сделаны по применению в ближайшее время на поле боя. Не кількістю уміннями, це 100% про нашу армію. І це показав початок повномасштабного вторгнення, коли сотні, тисячі одиниць російської техніки і вояк вступили на нашу землю. І навіть за такого сценарію Україні вдалося вистояти, ба більше відвоювати свої території. Пане Давиде, я дякую вам за розмову, дякую, що доєднались до ефіру «Апостроф ТВ». Буду раді з вами поспілкуватися ще згодом. Давид Шарп, військовий оглядач, був із нами на прямому зв'язку.